8 февраля 1945 года. В течение 8 февраля в Восточной Пруссии наши войска в результате упорных боев овладели городом Кройцбург, а также заняли 10 крупных населенных пунктов. Юго-восточнее Бреслау продолжались бои по расширению плацдарма на западном берегу Одера. Юго-западнее Кракова советские войска, действуя в трудных условиях горно-лесистой местности, с боями заняли более 40 населенных пунктов. За 8 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 174 немецких танка. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 55 самолетов противника.